Настоящие произведения искусства при помощи бумаги и клея создают тамбовские мастерицы. Специалисты работают в Центре развития творчества города Тамбова и проводят мастер-классы для детей и взрослых. В городской центральной библиотеке педагоги обучали рассказовских коллег своему мастерству. Снежинки, новогодние украшения, подарки и даже картины и панно – все это мастерицы делают из бумаги, салфеток или листов глянцевых журналов. Каждый с детства учился вырезать снежинки разных размеров, своеобразных узоров, обычных, белых и разноцветных. Сегодня педагоги детских учреждений обучаются новой технике. Кроме изготовления снежинок, педагоги из Тамбовского центра развития творчества научат создавать елочные украшения, поделки из картона и скрученных салфеток. Просто банально разрезают салфетки, скручивают из них трубочки и потом на заранее приготовленную плоскость начинают клеить, как подсказывает фантазия. Часто проводим мастер-классы с детьми, и они наиболее простые фигурки уже, смотря по времени сколько. Чем больше времени, тем сложнее и красивее можно сделать. Галина Качанова тоже приехала из Центра развития творчества. Несколько лет назад она придумала свою собственную технику. Мастерица создает настоящие произведения искусства из кусочков глянцевых журналов. Обычно люди выбрасывают этот материал и не ценят его замечательные качества, такие как красоту цвета, переливчатый блеск, глянцевый оттенок бумаги, который можно использовать в работе и сымитировать мазок краски, как вот видно на данной работе. Картины, как будто написанные маслом, получаются из грамотно подобранных по цветовой гамме кусочков журналов. Заготовку для будущей картины можно найти в интернете в черно-белом варианте. А затем создавать красивые пейзажи, натюрморты или портреты. Красивые, необычные подарки близким к Новому году можно сделать своими руками, считают тамбовские мастерицы. Это довольно просто и доступно каждому. Ирина Птух, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово.